подожди. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Блять! How dare you? People are suffering. People are dying. You have stolen my dreams and my childhood. Главным всегда был, конечно же, мультиплеер, сказал бы я когда-то давно. Дело в том, что сейчас в мультиплеере сидят люди, мягко говоря, на всю голову ебанутые. Ты заходишь... Там в общаге, блядь. Блядь, сука, хотя бы переходную дырку видел, да, блядь? Yeah.
уменьшилась преступность в Нью-Йорке в 90-е годы прошлого века. И я даже подозреваю, почему именно этот вопрос в рекламках замалчивается. Люби меня, люби меня.